Ну что, всем доброго утречка. Сегодня среда. Сегодня мы должны выехать в Питер. Так, что по ситуации? Сильвия готова. BMW висит и ждет одну детальку. Едет на такси, ее прикручиваем, и она готова. У нас готовы два прицепа. Вчера с этого лебедку переставили на эту, потому что на этот прицеп без лебедки заехать невозможно. Точнее, возможно, но не выйти из машины. Ну, а этот у нас трудяга готов. Этот уже год как не путешествовал, но попутешествует, значит. Готовность 98%. Ну что у нас по объемам работ? Итак, установлен на Ивеку фаркоп, установлен на Ивеку пневма, подготовлена Сильвия. Жека, он сильный, с коротенькими ножками толкает ее. Мощный. BMW починена. Новый кардан изготовлен. Крепление кулака, заменены шрессы. Установлены фендера, выпрямили попу. Теперь она ровненькая. Ну, короче, сегодня среда, и мы должны уже отбывать. А, еще и лебедки перестановлены, обслужены телеги, новые шины куплены на прицепы. Короче, объем работ колоссальный проделан за эти два дня. Кто-то будет спать в машине в пути. Ну все, Range Rover готов. Машинка на базе. Все, упаковались. Да это похуй. И мчим на Питер. Ох, какое закатище. Прям закатище.